Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, формула номер 67. Сегодня будет необычный ужин, обед или завтрак на ваше усмотрение. Смотрите, он является основополагающим фактором хорошего богатырского здоровья для любого среднестатистического человека. Смотрите, с чего мы начнем? Формула сама разработана доктором, онкологом доктором Ласкиным. Естественно, я ее усовершенствовал, потому что она требует сегодня новых реалий. Итак, по его системе первое – это порошок шиповника. Просто шиповник мы перемалываем в кофемолке, процеживаем его, просеиваем его, получаем вот такой порошок. Здесь огромное количество кверцетина. Кверцетин в нашем теле действует как противораковый агент. Почему? Потому что он помогает клетке совершить апоптоз, самоубийство. Ген P53 начинает работать в полную силу. Его можно съесть вот с ложечкой, допустим, меда. Я говорю сегодня не про раковых больных, а просто про среднестатистического человека, который хочет иметь здоровье и не питается раздельно. Смотрите, далее. Мы берем гречку. Гречки тоже полно. Извините, очень много кверцетина, здесь изобилие кверцетина, и, естественно, она готовится так. Я ее отварил и в конце варки добавил 2 ложки ржаных отрубей, в крайнем случае пшеничных. И здесь есть отруби, и к ней идет, видите, куркума, черный перец, когда я ее варил, естественно, немножко соли, морской или гималайской, и также можно тибетской соли черной. Теперь смотрите, здесь есть синий лук, помидоры и немного кинзы. А также эти серосодержащие вещества, которые представляют собой иммуномодулирующие вещества, это чеснок, горчица и хрен, являются серосодержащими. Это те пуэтины, которые запускают все каскадные механизмы в полную силу, потому что благодаря им работает кроветворная система, нейроэндокринная система желудочно-кишечного тракта и также 40 тысяч ферментов, потому что эти ферменты без этих веществ не запускаются. Наука использует сегодня 4 или 8 тысяч ферментов, а на самом деле их во много раз больше. Для этого нам нужны теопоэтины, а у вас их в пище нет. Так, вот теперь хлеб. Хлеб натуральный, первобытный, изготовлен из полностью 100% цельного ржаного зерна, в крайнем случае пшеничного или смешанного. И также здесь есть, видите, пшеница, рожь и семя льна. Видите, вот смотрите, какой крупный. Вот здесь очень много, вот смотрите, прямо облеплено. Так вот, этот хлеб является первобытным хлебом из цельного зерна, и он содержит 25% белка, больше, чем в мясе. Кроме того, он обладает способностью оздоравливать и делать так, что в нашем организме углеводы медленно-медленно всасываясь отдают огромное количество энергии. Его гликемический индекс в 2 раза ниже всех известных вам хлебов за счет льняного семени, которого здесь не просто 3 семечки, здесь его много. Так, мы также можем использовать по желанию асафетиду. Это асафетида, это индийская специя, которая применяется вместо чеснока, но я применяю их вместе. А теперь смотрите, далее это роллы. Роллы – основополагающий фактор нашего питания, и как делать роллы, я вам показал по вашим многочисленным просьбам от женщин. Не поленитесь их сделать, если честно, я их приготовил на 4 или на 5 дней. По 2-3 штуки в день, и вполне ты сыт, и больше не надо ничего делать. Доктор Ласкин рекомендовал это питание на 3 месяца, 3-месячным курсом. Многие возьмутся за голову, скажут, как? А очень просто, вот так. Днем, вечером и утром мы накапливаем кверцетин из гречки и шиповника и приобретаем сильный иммунитет и ответный статус. Теперь смотрите, после еды, если вы очень уже хотите, хотя мы не запиваем пищу, это натуральный зеленый чай. У меня зеленый чай банча японский, но вы можете взять любой чай 3 видов, смешать его, и получите такой же вариант. Синергии чаи действуют намного сильнее, чем один какой-то чай. Именно зеленый, никакого черного. Теперь смотрите, немного изюма. С чаем, он, видите, с хвостиками, чтобы было желание поменьше его съесть.
Посмотрите, вот эта палитра, она простая. По желанию вы можете добавить сюда то, что вам хочется. Если вы живете на Украине, шмат хорошего сала. А если живете в Новой Зеландии, селедку. А может быть, вы где-то еще живете, вы возьмете хороший кусок жирной рыбы, если вы где-нибудь в Лаосе или на берегу Тихого океана. А вы можете добавить сюда думбу, если вы где-то в Средней Азии, ну, возьмите баранину. Ну, как хотите. Но главное, что эта система является уникальной. Я лично животных не употребляю, потому что и при употреблении животных эта система начинает работать в 10 раз хуже. Ну, вот и все, так что выбор за вами. Даже спросите у моего Афанасия, посмотрите, вот он. Да, все это описано в моей книге «Гарантия здоровья», ее уже знает весь мир, ну и слава богу, ну и хорошо. Мы раздарили 10 тысяч книг бесплатно в виде благотворительности. Я думаю, что никто не будет нас за это ругать. Посмотрите, какая прелесть. Вот только что я съел вот этот ужин. Самочувствие нормальное. Сдал все анализы крови. Нормальные, моча нормальная. Все нормально. А, Виталий, ты чем-нибудь болеешь? Да нет, ничем не болею я. А кровь какая у тебя? Кровь хорошая. Все анализы в норме. А сердце? А я сделал УЗИ сердца. Нормальное сердце. А простата? А нормальная простата. А все нормально. Успокойтесь, пожалуйста. Зачем столько вопросов? А сколько вам лет? Много. Вернее, мало. Я желаю вам всего хорошего, дорогие друзья. И думаю, что эта формула послужит вам отличным примером того, какое должно быть питание. Естественно, модифицировать ее будете вы сами, но если у кого есть желание, вы просто можете готовить вот такие рулы и горе не знать. И ничем не болеть, особенно это кусок золота при аутоиммунных заболеваниях, а так как они у нас у всех, то это питание и для всех. А детям можно? Даже бабушке можно. До новых встреч!